Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет, как обычно, топ-контент. Будем открывать акции, которые у нас на эти выходные. У нас сегодня неплохой рынок. На трату, как обычно, у нас говно, если сравнивать с китайкой. Сегодня, наконец-то, начали, точнее, вчера уже продавать скины на Варлока. Купидона можно дособирать, прокачать. Огнекрыла продают, пока на него цена не падает. То есть 20 осколков за большой пак. Ну и тут начали давать у нас уже нормально эти юбилейные сумки. Но, честно говоря, ничего такого толкового не падает. Возможность собрать тот же самый скин, который уже продавали. Также суру осколками. Ну и тут третьи сетики, как на китайке. 4 коробки. Но в основном из-за чего забирал, это сеты воодушевления. Хочу семерку сделать. Также сундуки замка, с которых нужны синие кристаллы, потому что у нас их не продают. Ну и сумки огнекрыла попутно еще откроем. Так, это акция за один сам. Ладно, поехали сначала. Добьем все акции, которые у нас есть. Модный набор забрали. Тратить с выгодой. Созвездия не будем. Так, жаркое лето и разбей яйца. Поехали сюда сначала. Ну, 90 мороженок. Так, а что тут падает у нас? Огнекрыл даже падает. Ничего себе. Сундук таланта, седна, анубис, карта. Посмотрим сейчас, какой тут рандомчик. Так, кристаллы. Ожидал, что будет какой-то интересный базар за один пак, большую сердцеедку уже за 7. Но, к сожалению, ничего интересного нету сегодня у нас. Еще одна сердцеедка. Нормально так. По 80 кристаллов. А, руны священного света уже добавили сюда. А священный огонь, точнее, легендарные. Ну, этот сет нафиг не нужен, по сути. Только пятерки надо забирать, когда будут продавать. Сейчас вообще смысла невыгодно ковать. Я имею в виду донатных игроков, потому что проще сразу купить 4-5 сет. Даже 5 сет, чем купить красные кристаллы у нас. И собирать. Тем более в продаже практически все есть. Так, ворожей. 30 попыток. Ну, тоже неплохо, в принципе. Интересно, сколько их надо открыть, чтобы вытащить отсюда огнекрыла. Явно где-то там за 500. Третья сердцеедка уже, нифига себе. Жестко. Фрэнки, ничего себе. Вот у нас сейчас будет сундук забитый. Так, значки почета. Да, неплохо герои сыпят. Одержимый. Фрея? Нифига себе. Жестко. Остался один огнекрыл, сундук 5, отлично. Тесса. Еще одержимый. Ни хреново так нам нападало.
Ну, давайте огнекрыло еще сюда. Еще один одержимый. Жесть, короче. Нормально-то героев нападало, неплохие мороженки в жару. Хоть мороженки, а не деревья. Так. Как вижу, огнекрыл, к сожалению, за 90 не Бигфут не падает. Фрэнки, ну давай еще огнекрыло. Анубис, бля, это пиздец. Ну это просто, ребята, это просто жесть. С вас по лайку, это просто пипец. Еще и Анубиса в конце. Опять где-то будет плакать один Влад. Ну вот такие вот, ребятушки, у нас плюшки. Это еще не все, там еще есть. Ну, 10 сетов, 20, 21 коробка. Герои, как видите, просто жесть. Фрейя, Анубис, Бигфут, Фрэнки, одержимые, сердцеедка. Ну, я считаю, неплохо, неплохо. Как для одной акции с базаром, блин, столько героев вытащить офигенных, это просто жесть. Так, окей, забрали. Сейчас я сделаю перезаход. Может, там еще что-то нам добавят. Вроде все забрали. IGG. Да, вроде все забрали, поехали следующую акцию. Конечно, жалко огнекрыл, если бы упал, это вообще было бы жестко. Ну, он, в принципе, мне не особо нужен уже. Разбей яйца. И будем открывать потом это все. Так, 106 попыток у нас есть. Тут у нас вольт Асура падает. Но опять же, Сура вряд ли упадет за такое количество. Это миф. Хотя, может быть. Ну, здесь похуже, как видите, и дроп похуже, и призы как-то награды не очень. Хранитель уже есть, отлично. Посмотрим, что у нас с этой акцией упадет интересного. Но мороженки, конечно, отличные вообще. Просто огонь. Так, самики. Исцеление. Тут больше так, Влад Дракула есть. Надеюсь, что мне это все, конечно, так себе. Надеюсь, что мне хотя бы сумка кристалла выпадет, чтобы еще силу поднять. Потому что так, заклинательница. Ну, смотрите, героев натащили за один раз, я считаю, достаточно. Конечно, не натащили огнекрыла. Интересно, или вольт, конечно, тоже упадет. Но если человек за первый раз бы брал на русском, это сегодня неплохой рынок был. Вместе с акциями. Ну, конечно, бывает получше. Там, где ремки пятые продают. Лучше его забирать, потому что ремка пятая, это ремка пятая. Это все расходники. Стрелок. Неплохо. Стрелок, Фрейя, Анубис. Отлично. Самые такие востребованные герои. Ворожай тоже у нас, по-моему, был. Что еще надо?
В этом плане, конечно, интересно. Но если сравнивать с другими серваками, это все херня. Особенно с Китаем. На Китае за 36к вам дают топовый талант. Уже сегодня был второй. Не знаю, или завтра будет еще что-то, но это реально огонь просто. Если сравнивать, что у нас тут его получить или вытащить стоит, а что там. Заклинательница еще одна. Ну. Мастер яиц, эта акция уже давным-давно не та, которая была раньше, с момента выхода Арктики. Я в нее играю практически каждый раз, но сейчас это уже все. Сейчас лучше собирать рынок, собирать базар, собирать осколками. Другие акции играть, такие как Мороженка, видели, да, сколько там всего нападало. Сейчас увидите дроп отсюда и поймете, что это реально немножко не то. Так. Ну, давайте уже какой-то Асуров вольта. Вот он, Асура. 81-я. Отлично. Правда, места для него нет. Может, кого-то солью еще одного вкачаю. Посмотрим. Пока, честно говоря, на основе он у меня, на китайке он у меня очень круто смотрится. Там очень помогает. Ну и на основе, в принципе, он офигенно смотрится, если сравнивать с другими героями. Надо будет тесты начать делать. Каждый герой против толпы. Правда, где-то надо будет нарыть аккаунт с топовыми прокачками тоже. И тестить. Так. Вольт 96-е. Сегодня читерный день, ребята. Вольт, Асура, Заклинательница, Стрелок, Хранитель. По-моему, мы Дракоса только не получили с этого всего. Как обычно, самый топовый герой в конце будет. Ну, это, короче, жесть. Да, жалко, Огнекрыла, конечно, не достали. Чтобы еще у нас был Огнекрыл, это просто было бы... Так, обычные и... Так, смотрим. 39 как раз. Получить все. Ну вот так вот. Еще один неплохой бонус — это вольт. Если брать начинающий аккаунт, мне, конечно, он уже тоже нафиг не нужен, но я вам показываю, какие шансы, в принципе, что можно достать. Ну, сегодня как-то это все неплохо получилось у нас. Поехали дальше, забираем их и идем открывать плюшки. Так, что тут у нас есть интересного сегодня? Смотрим, карты мы трогать пока не будем, коробки. Сейчас потрогаем. Может, что-то интересное упадет. Так. Вот он, Асура. Карта. Ну, поехали. Открываем сундучки. Так, руны, коробки. Ну, эти сундуки не особо интересные. Вторая карта. Отлично. Ну, вот это самое интересное у нас. И вот эти давайте сначала юбилейные сумки откроем. Посмотрим, сколько мы осколков Асуры сможем вообще словить. Я по одной пока открою. Так, скин на Варлока. Камешек. Еще один камешек.
Еще скин варлока. Не хочу я типа 10 открывать, потому что это... Так, 25. Такие вот руны мы получили. Вот на Афину. В принципе, варлок и Афина это неплохо. Сейчас можно будет им опять подкачать скины. Ну, немножко суры, 30 осколков собрали. Ну и камней нападало неплохо. Так, есть. Поехали. Топовые сумки на Ахникрела. Сколько штук, интересно, 100 даст? 125. Ну, я же говорю, у меня какое-то везение. 125 осколков. Это просто жесть. С 5 сумочек таких. Ну, в принципе, 10 паков. Ну, где-то и так его можно собрать. Это получается, мы 175 забрали. Да, 175 я получил за сегодня. Ну, уже неплохо. Сейчас посмотрим, сколько их всего у меня. 891 уже. Ну, идем на 10-го уже. Так, не крыло. Так, точнее, на 5-го осколками. Так. Поехали дальше. Самое интересное, блядь. И самое невезучее на моем аккаунте. Вангую сейчас нам ни одной не упадет за 150 кристаллов. Ну вот то, о чем я говорил. Это просто пиздец, ребят. Нападали руны воодушевления, 8-й руны таланта. Просто жесть какая-то. Невезучий аккаунт на эти кристаллы. Ну ничего не поделаешь. Еще немного я и так уже, конечно, добью это все, но хотелось бы и рунами заняться, чтобы руны можно было чем-то прокачивать на 7-й. И шестерок кучу надо сделать. Так, это... А, это третий, я уже думал, пострел. 4 штуки, это 4 штуки, а не 9 таких мы словили. Так. Ну, я думаю, коробочки я отдельно накоплю, коробок до хренища откроем, потому что смысла особо нету. Сейчас их сливать опять. По талантам, кто видел ролл на 700к, и понимает, о чем. В принципе, вроде как все. Обязательно с вас лайк за топ-контент, подписка, репост, колокольчик, все дела. Всем удачи, всем такого же дропа за бесплатку, конечно же. Все, всем пока.